Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне Краснодарского края отмечает свое 15-летие. Праздничный концерт, посвященный юбилейной дате, прошел в Афипском доме культуры. До начала мероприятия каждый желающий мог познакомиться с выставкой действующей пожарной техники. На ней были представлены редкие образцы, которые огнеборцы используют в работе, в том числе мотовездеход и пожарный мотоцикл. Давай я тебя сейчас сфоткаю. Спасатели и пожарные – люди особого склада. Их работа связана с ежедневным риском и требует серьезной подготовки. От четкости действий сотрудников МЧС зависят жизни людей, сохранность их имущества. Поэтому для таких специалистов важно уметь работать в команде. Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш добросовестный и честный труд, самоотдачу и мужество. На вашем счету сотни успешных спасательных операций, сохраненных жизней. В том числе благодаря вам Кубань останется и остается одним из самых безопасных и привлекательных для жизни регионов страны. За прошедшие годы структура учреждения неоднократно менялась. Расширялись задачи и направления деятельности. Концертный зал Афипского дома культуры в этот день собрал тех, кто в любой момент готов прийти на помощь в самой сложной ситуации. Россия! Мероприятие посетил глава района Адам Джарим. Он отметил высокий профессионализм работы пожарных, в том числе при ликвидации лесных возгораний в ноябре 2019 года. Поздравляю всех сотрудников Управления пожарной безопасности с юбилейной датой и желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, любви и благополучия в семьях, мира и добра. В преддверии Нового года я хотел бы вам пожелать, самое главное, это крепкого здоровья. Благополучие в ваших семьях, чтобы, уходя на работу, каждый из вас возвращался вечером домой со смены. С наступающим Новым годом, с Рождеством! Наиболее отличившихся работников пожарной охраны за проведение значительной работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций наградили грамотами администрации Краснодарского края, благодарностями и ценными подарками. Продолжилось мероприятие праздничным концертом.